А я вижу, что у экранов собрались наши самые маленькие зрители. Ну и не только они. И бабушки, и дедушки, и мамы, папы. Всем доброе утро, дорогие друзья. Сегодня как раз для всех мы приготовим очень вкусный завтрак. И это будут яблоки в блинах. Помимо яблок нам понадобятся яйца, мука, корица, немного листиков мяты, соль, сахар по вкусу. Начнем с того, что приготовим нашу так называемую блинную смесь. Берем куриные яйца и разбиваем их в глубокую посудинку. Так, нам понадобится, ну, в зависимости от того, сколько у нас человек. Допустим, на семью из 4 человек нам понадобится 3 яйца. Так, разбиваем их в посудину. Отлично. Добавляем сюда соль, сахар и муку. По чуть-чуть муку добавляем и перемешиваем все. То есть делаем все это, доводим до такой вот консистенции однородной. Немножечко растительного масла можно сюда добавить. Чайную ложечку. Все это перемешиваем. Так, сделаем паузу и возьмем несколько листиков мяты. Мелко-мелко-мелко-мелко ее нарубим. И тоже добавляем в нашу смесь. Все это перемешиваем дальше. Отлично, перемешали. Теперь берем яблоки и нарезаем их толщиной где-то примерно 3 миллиметра. Кольцами, так. Очень хорошо. Ну что ж, теперь процедура достаточно проста. Посыпаем наши яблочки корицей немножко. Окунаем их в наше тесто. И все это выкладываем на сковороду, которая уже раскалена. Смотрите, как они зашкварчали. В итоге получится, знаете, золотистая такая вот корочка. Яблоки будут теплые снаружи, а внутри они будут немножечко сыроваты. Чуть хрустеть. Это просто будет обалденно. А вообще, если, знаете, яблоки положить в холодильник и достать их оттуда, нарезать, то они же быстро схватываются на сковороде. То в середине они еще и будут прохладные. Очень классно все получается. А теперь вот что мы еще делаем. Берем яблочки, половинки, наши круги режем пополам. Вот смотрите, если их вот перевернуть немножечко другой стороной, что у нас получается? Правильно, сердечки. Вот ж так здорово. Утром друг другу можно подарить такой приятный завтрак в виде сердечек. То же самое делаем, окунаем их, обмакиваем их в наше тесто и немножечко подрумяниваем на сковороде. Выкладываем все это на тарелки. Все это аппетитно смотрится. Сердечки, конечно, немножко получились больше похожи на галочки, но все-таки тоже, знаете, необычненько. Так, и добавляем сюда немного, таким вот нескольким листиком мяты и припудриваем. А ведь яблоки можно было заменить грушей или, быть может быть, даже сделать какие-нибудь колечки банана и тоже из него что-нибудь подобное слепить. И будет тоже очень-очень вкусно. А ведь можно было и яблоки перебить блендером и все это перемешать вместе с блинным тестом и получить бы тоже вот такие уже оладушки или блинчики, не знаю, там, насколько у вас будет плотная консистенция. Но одним словом, это было бы тоже очень вкусно. И добавить туда можно было и немножечко даже грецкого ореха, и немножечко фундука тертого. Ох, аппетит разыгрался, пора завтракать. Я желаю вам приятного аппетита и смотрите «Будильник Шоу». Пока.